наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Если обстоятельства жизни не позволяют им немедленно отправиться в путь, будьте уверены, это временное явление. При первой же возможности они поднимут паруса и отправятся в приключения. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Они одарены необычайной интуицией. Часто создается впечатление, что эти интеллектуалы и ученые своей единственной целью в жизни считают дальнейшее углубление своих знаний. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Людям этого имени присущ философский подход ко всему. Они участвуют в вечной жизненной гонке, наблюдая за собой и другими как бы немного со стороны. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.